Мы сейчас едем встречать Кристинкину сестру на автовокзал. Был какой-то автобус, сейчас пойдем посмотрим, наши прилетели, не наши. Вторая попытка. Может быть, все-таки они и на этом автобусе приехали. Короче, нам придется сейчас с Максом искать локацию, где тот автовокзал, ехать туда. Девчонок нет уже на третьем автобусе. Нет. Короче, Настюха не выдержала и отдала нам подарки на Новый год. И у Макса теперь, не все, но у Макса теперь, короче, такой конкретный резонанс. Стоит открывать или не стоит? На Новый год. Открывай. Да на Новый год. Открывай. На Новый год открою. Крутой подарок. Да ну нафиг. Оформленный. Я хочу просто, чтобы он сам принял решение, открывать или нет. Да нет, я на да, Новый год. Открывай уже. Вадим. Нравится ему или нет? Взрывай, Макс. Упаковка для того, чтобы ее рвать. Я думаю, это... Опа. Теперь у меня есть пистолет на этот, санкран. Но на санкран он с этими... А, нифига себе! Короче, это я вот его оставляю у вас. Это что? Жить я буду одна. Спасибо, Настюха. Я сказала, что бывает, потому что он мне мстить ссорится. Будет. Он с этими, с зарядами. Слышь, Максим, чтобы вам веселее ссориться. Так. Вот так всегда в нашей семье. До праздников ни один подарок, по-моему, не доживает. Ого, тут. Я думаю, праздник зашел? Блин, как их много. Вот с Чубакой, Макс. Ну только он не ты... надо. Ай, ты че? Кто там что говорил против? Настюха, офигенный подарок. Кристина! Понравилось? Настя! Мы решили вам эти сразу подарить. Это вам. А то они тают. Один. Видели? Настюшка! Батика подстрели. Перезаряжай его так, вперед назад. Бади фу. Бадику в рот залетело. Все, кончили. Не туда зарядила. Бадику? Да. Кристина. А Бадюське, короче, у нас Новый год вообще настал, да? Бади. У меня уже Бади. Это что тебе? Это тебе. Смотри, с пищалкой, как все как ты любишь. Забирай. Кого? Отдай сюда. Осталось мне тогда пооткрывать еще. Короче, первый я уже открыла, там были бобы из Гарри Поттера. А эту упаковку я уже узнаю. Потому что это должна быть лягушка, да? Лягушка из Гарри Поттера. Это я просто очень люблю. Вообще, все связанное с Гарри Поттером. Ты можешь играть в руку. Короче, после Нового года я чувствую, будет опять тайская диета на одном рисе. Это бинбузл. Это я Макса заставлю, короче, поиграть. Мы как-то играли в такую штуку. И это не очень приятно, но Макса я как-нибудь заставлю в нее поиграть. А это от Вилли Вонка. Это какие-то шарики, да? Бесконечные конфеты от Вилли Вонка. У кого еще такой есть? Самый большой. Там еще один пистолет. Только настоящий. Очень классно, когда у тебя Новый год прилетели. Прилетела твоя семья. А еще когда у тебя Новый год наступил 18 декабря. О, и это тоже штука с бинбузлдами. Короче, сюда засыпаются шарики. И потом, короче, конфетки так вываливаются. Я просто очень обожаю
Джелли Белли. Блин, это очень круто. Настюш, спасибо большое. Нет, русским шоколадом. Мне нравится Новый год, как вечер плавно перешел в Новый год. Бадди, ты тоже подарок получил? Где игрушки? Да, Настя? У Насти, Насте за две недели съесть. Да, бесконечные конфетки отвели Ванка. Почему они бесконечные, Настя? Они долго жутся, а еще не меняют вкус. Не раскусываются? Меняют вкус? О, с борщом. Они реально не раскусываются. Конечные конфеты. Они не раскусываются. Они потом под конец раскусываются. Капец. Ты тебе зубы все ломать. У меня раскусилось как-то. А Джелли Белли твердая, да? Для меня вообще не твердая. Она должна еще раскусить. Чем понять? Вкус поменять. А, я думал, чем-то еще понять должна. Они очень вкусные. Она еще классная? Уже оранжевая. Апельсиновая стала. С клубничной апельсиновой стала. Давай, крути. Заходите, угощайтесь. А, да, показывай. Там карточка. Да, поэтому сейчас. Да. Быстро сожри ее. Все помнят элемент, конечно. Все помнят элемент из Гарри Поттера. Там карточка, но она не ускачет, я думаю, здесь. Там, короче, должна быть шоколадная лягушка и карточка из Гарри Поттера. Шоколадная лягушка у нас есть. Лапком ее куда-то делась. Твое лицо видно. Ну, Максим! У нас я забыла, что мы собрались ради этих конфет. У тебя все закончится, а у меня-то пистолет останется. А то что? Это вкусно. Кого покупать? ГЗ. Че? Как? Под пивко? Это. То, что ты любишь. Моя штука? Лакрица? Это лакрица. Это которую ты бухаешь, зай. Которую ты бухаешь. Алкашку эту. Егермейстер? Да. Папа, попробуй конфету. Соленый егермейстер. Ну, в смысле, потом проходит соленый. Папа. Рискнуть, что ли? Это так, херня, которую ты, наверное, ела. Помнишь, Роме пыталась дать? Которая мерзкая. Но она мерзкая? Как Орео, но пахнет как говно. Мам, на попробуй. Там какашки какие. Нет, это в смысле. Не играй, нет. Нет, я не буду такую гадость. Нет, это как твои фисташки. Вот и кушай. Алена, я их не люблю, поэтому. Да. Нет, это не всем советую, покупайте. Очень вкусно. Теперь ешь. Сейчас! Хочу. Ой. Вот так. Закинь в коробочку. Какую? Да. И вон туда вот. Что ты снимаешь? Чуть-чуть. Вон. Чем? Смотрим дальше. Это еще не все сладости. А просто ее нажимать? Да. С двух сторон. Кисла. Я тоже решил попробовать. Аккуратно, зеленое яблоко и черника. Бади! Он опять разлил газировку. Убери, поставь мишку. Клевая штука. Чего же так кончилось? Там? Там еще с арбузом. Черника убийственная. Вкусно? Да. Чуть бы в нос не воткнуло. Опять послаще. Да, я попробую. Да, за это, блядь. Прикольная штука. Послаще, да? Настюха, короче, мы тебе заказы будем делать. А так, Кристин. Я не знаю, не пробовала. О, это пшикалка.
А, я, по-моему, поняла. У меня... Конечно. Ты такой не пробовала еще? Нет, я только тебе пробовала. Еще некоторые. Может, тогда Настюхе дадим первый попробовать? Давай. Ага. Нашли подобного кролика. А, зачем она... ты все это с ним? Потому что вот. Ну, распши-ка ее. Дай Насте. О. Ну как? У нас батарейка скоро сядет. Язык синеет. Покажи язык. Покажи язык. Ну, у меня он плохой язык. У меня плохой язык. Это кажется. Да, язык синеет. С одного раза не поймешь. Это кислее, да? Не, мне показалось так, кислее, которая самая первая. Да, я хочу попробовать. Сейчас тебе дам. Вот такие вот конфеточки. Вы пробуем? У Макса, да, у Макса все Новый год. Я люблю. Конкретный. Нет, я просто люблю кисленькие. Твоя тема. Вот это попробую. Синюю. Понял, где фантики по всему дому, почему мы конфеты не едим? Будете конфетку? Да кислая. И вы пробуйте конфетку. Ммм, прикольная кислая. Ну вы держится на последнее, прикольная кислая. Будешь? Не, я кислоту лимонную не ем. Все, она сладкая. Сладкая. А, кисленькая, а потом очень сладкая. Пришла. Вроде нигде не выходила, нигде не это. Я улазила. Где она? Там у тебя заснимем, как ты ешь. Поэтому нагрузка была, на желудок. Надо было рентген сделать. Его перенагружать. Настя, по-моему, так. Так, маленькому ребенку вообще пофигу. Дальше есть спрей попробовать. Хочешь попробовать кисленькое? Настя, тебе что, не кисленькое? Я люблю кисленькое. А, любишь? Ну вот попробуй эту штучку. Так. Да. Давай сейчас. Не, много не надо. Ладно. Трубка мира? Сильнее нажимай. Сладенькая? Много тогда не Сладенькая. Задох. Давай, сладенькая еще. Она чуть-чуть кисловатая, совсем чуть-чуть. Мне вообще не кисловатая. Кусается нежно-нежно. Кусается нежно-нежно. Шоколадная палочка. Дюся. Дюся. Бади-бади-бади. На-на-на-на-на-на. Это водоросли. Дай Дюське покусать. Только держи. Ну, много тоже не надо. Да? Это шоколадные палочки? Я думала, ты лакрицу взяла. Подожди, твоя подруга ругалась. Все. Дюся. Вадюся. А где глаза? Я теперь боюсь. Куда спрятал глаза?